Казахстанские ученые поддерживают инициативы главы государства о реорганизации министерств, озвученные сегодня на заседании правительства. По мнению доктора экономических наук, общественного деятеля Атамурата Шаменова, децентрализация власти укрепит органы управления на местах и существенно повлияет на экономию бюджетных средств. Если там было три министра сидело, ну, остается один министр, но они переходят вице-министрами и свою работу продолжают, но в сокращенном виде. Если у этого министра имелось 4-5 заместителей, разумеется, столько не будет. Поэтому это уже экономия. Поэтому я считаю сближение таких министерств и приход, и назначение во главе этих министерств уже таких признанных, квалифицированных кадров министрами, я считаю, народ вот воспринимает лично, я воспринимаю очень хорошо.